Бригада московских врачей посетила больницу Сергокалинского района. Напомним, что по поручению Владимира Путина в республике развернута работа высокопрофессиональных специалистов, прибывших из столицы. Они посещают медучреждения, консультируют, оказывают помощь в лечении больных коронавирусом. Врачи изучили обстановку в больнице, провели осмотр тяжелых пациентов и дали соответствующие рекомендации. В целом московскими врачами была дана положительная оценка работе медорганизации.